Клуб машин застолье называется. Подыши воздухом хоть. Что ты, гопник, посмотри на меня. А? Мусорки нету. Нет мусорок в Лондоне. Давай, я тебя сфотаю. Надо было бы на твой телефон, конечно. Было бы красиво. У тебя есть с собой телефон? Сейчас. Удобно однозначно идти с этой хренью маленькой. Нам Saint Pancras International, видишь, написано ли. Потому что нам ехать на International. Не, мы можем здесь оставить вещи где-то, оттуда забрать, а потом идти обратно. Нам надо в International. А вон International наш. Оттуда мы пройдемся, сядем на метро и поедем Хайд. Окей. Видишь, электрички уже сделали кэбы вот эти красивые. Это нам вчера рассказал. Да? Молодой человек. А что ты слышал? Мало ли ты не слышал. Спасибо. Нам надо storage, да? Нам надо storage. Good morning. Where do you have a storage for it? I'm not sure because it's at the end of the station normally, but I'm not sure it's open. What, there? The very end, next to boots. Very end? Yeah. Ah, it's not open here? Not maybe it's open in this?
Поехали в Хайд так тогда. Ну пошли сходим. Thank you, we'll try. Ты имеешь в виду, что Кингкросс, может, работал? Ну пошли туда, нам оттуда потом такси ехать на метро. Или уже зайдем? Дойдем. Давай. Есть хорошие рестораны, можно в Хайд не ехать, но не то. Пальто. Хочется съездить в Мэйфэйр. Он сказал направо в самый конец. Можно, конечно, в тикет-офис зайти и спросить у них все. Красиво, да? Спасибо. Я сюда положить могу? Или как ты думаешь? Ну, вообще, здесь тебя надо накрыто, значит. Ну да, я просто думаю. Ага. И... Успей. Если ты бы нас вела, было бы идеально. А ну у тебя неудобно, у тебя тоже рука одна свободная. Я ничего не знаю. А? Я ничего не знаю. Идеальная позиция по жизни. Я вышел замуж, чтобы ты принимал ответственность. Все, да? Ну да, так. Мне нравится, да? Ну, все устраивает. Ну, все. Ты все равно не дам. По-другому, я знаю да, себя. Да, я знаю, без смысла. Я не вижу. Оп. Можем... Ладно, так, 15 минут. У нас нету так много времени. 15-минутное видео по Лондону все равно должно быть. Иди. Я уверен, что русичи тоже так же, как и мы. Ну, 14-дневный карантин. Нет. Да нет. Видно было, что это эти. Нет, те чувачки, да, вот эти последние точно нет.
Ускоряемся только, хорошо? Да, Сань, привет. Привет, привет. Ну, тебе помочь заполнить его? Мне же надо данные определенные, проектные и все остальное. Хорошо, у нас проект последний вариант есть, там проектант же есть номер, если чего-то мне будет не хватать, я наберу тебя, скажу, давай, хорошо. Да, давай. Я сегодня постараюсь сделать, хорошо. Такая нормальная тусовка у них. Питерская. Да, по-любому. Давай нам сюда. Удобнее перейти. А теперь вот сюда. А, красный, красный, красный. Ни в какой части города, я смотрю, пока маски. Что? Вообще. Ни в какой части города маски нет, не носят. Нет, вначале, когда мы выехали с ТЭ, там все были маски. На вокзале все маски. Здесь, в этой части, никто не носит. Никому нет. Да. 20 тысяч человек. Пошли. Я тебя веду за каулками, но, к сожалению, пока так, да. Thank you.
налево сейчас так. Аккуратно, аккуратно. Давай быстро, 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 быстро. Не-не, возможно, велосипедист. Ну, прямо на встречку нам, возможно. Такие же расслабленные, как у нас. Ты видишь, никто маски особо не носит. Так это самая культурная нация. Ладно. Англичане самая культурная нация. С древними традициями, с нормальным воспитанием должны быть. Не, понятно, что молодежь сейчас плохая очень. Так, 3 минуты, у нас в метро. Блин, как я хочу погулять по Тюмени. Давай. По этим магазинам. Помаши им ручками. Помаши им ручками. Я бы в арке пришла. Не плачь, Ирочка, все будет. Мы же приедем в Ванну, Саша. Конечно. Ну, в этом году вряд ли, Ир. Я знаю. Нам бы туда, на ту сторону побежали. Давай. 9 секунд. Блять, андеграунд раз, и тут тоже есть, да? Хорошо. Что? Не помню, что там было. Гуляли, конечно. Гуляли? Тут он уроня. Я тебя снимал, там где гэп еще был. А-а-а, магазин. Так он дальше чуть-чуть. Блин, да ладно. Что, ты видишь, побежали. Побежали туда. Yeah, I was at it.